Привели двор в порядок, получают награду. Жителям дома на Южном проезде вручают сертификат на установку системы видеонаблюдения. Двор стал участником проекта «Чистый город». Жители провели собрание, определили, какие виды работ необходимы и направили обращение в районную администрацию. По словам старшего по дому, люди здесь всегда были активными и неравнодушными. Жители очень дружные. Вот благодаря им, их работе, вот можно повернуть, посмотреть, вот вскопали землю, разровняли всю, грунт разбросали, 3 КАМАЗа чернозема. Здесь содержат площадку, с той стороны убирается все. Таких, как этот двор, в советском районе 4. Их выбрала комиссия. Систему видеонаблюдения в них устанавливают по программе «Безопасный город». Сначала предстоит определить, сколько камер потребуется, затем на это направят средства. Сертификат – это стимулирующая награда для тех людей, которые проявили активность на том этапе, который пригласил мэр города к благоустройству своих дворов. Но во многом выполнялась работа силами жителей двора. В каждой территории определяется, жители принимают решение. Либо это спортивная площадка, либо благоустройство, либо это освещение, либо ремонт фасадов. Проект «Чистый город» продлится до 2022 года. За это время в советском районе сертификат получат жители 26 дворов. Алина Чемерис, Сергей Баскин, «События».